Всем привет, друзья, меня зовут Компот, и ни для кого не секрет, что я уже давным-давно переехал из деревни жителей в город жителей, и знаете что, ребята? Эх, устроился я на заправку, все, казалось бы, было хорошо, я тут действительно получал намного-намного больше, чем работая фермером. Работал фермером я в деревне жителей очень долго, но сейчас я не получаю ровным счетом ничего, потому что я даже уже, можно сказать, не знаю, себе в минус ухожу. Знаете почему, ребят? Потому что в этом городе наконец-то появился аэропорт. И да, теперь все перешли на самолеты, никто не пользуется теперь, так сказать, моей заправкой, машин тут практически нету, все летают на самолетах, вертолетах, уже тут давно город эволюционировал, построили вертолетные площадки, скрафтил каждый себе по вертолету, по самолету, открыли аэропорт и... Ё-моё, вот это вот, ребят, меня очень сильно бесит, вот этот вот шум самолета, они еще так шумят, в городе очень шумно, короче... Блин, я хочу, чтобы все вернулись назад на машины, вот на эти стандартные машины, заправлялись у меня в заправке, покупали тут еды себе в заправке, набирали, оплачивали, выходили и дальше ехали в свое путешествие. Это было даже как-то уютно, а теперь люди просто берут, садятся на самолет и за 5 секунд долетают из точки А в точку Б. Это, конечно, все очень круто, но, ребята, начали себе крафтить самолеты не только профессиональные игроки, у которых есть права на самолеты, а начали крафтить самолеты также те, кто вообще не имеет на это право, и те, кто очень-очень плохо им управляет. Поэтому мне кажется, что это долго все не протянет, и какой-то самолет рано или поздно упадет. Как бы он город не уничтожил, потому что самолеты сейчас очень хорошо взрываются, и надеюсь, что у них все будет хорошо. Ну, блин, ребят, переходите на машины. Да, это медленнее, но зато это безопаснее. Для кого дороги-то, собственно, строились? Эх, ну, видимо, короче, мне нужно закрывать мою заправку и, не знаю, переделать ее в аэропорт какой-нибудь. Мне кажется, это единственный выход. Хотя зачем в аэропорт? Можно, в принципе, построить заправку для того, чтобы заправлять самолеты в Майнкрафте. Я думаю, это прикольная тема. Можно, так сказать, поднять на этом денег. Но пока что у меня даже дома нет, потому что я его продал, чтобы обеспечивать эту заправку. Как видите, тут нет людей. Обычно там куча машин стоит в очереди. Тут люди все набирают. Но сейчас тут никого. Окей. Жалко, конечно, очень. Поэтому я целыми днями лежу вот тут, играю в телефон и ничего не делаю. Бывает там один человек раз в неделю заходит, там, что-то просто прикупить. А не заправлялись у меня уже очень-очень давно. Блин, бесят эти самолеты, когда их уже уберут? Зачем общество так сильно развилось? Ну, ладно, короче, ребят, на это забьем. Не знаю, сегодня я хотел еще сходить посмотреть квартиры, потому что это уже ни в какую, нужно продавать заправку и покупать квартиру. А потому что жить на этой заправке я, естественно, не смогу. И мне кажется, что лучшим вариантом, это знаете где жить? Сейчас я вам покажу. Мне кажется, что это лучше либо вот в этом доме жить, либо же вон там вон доме жить, там очень крутое метро и все такое, да, буду на метро есть. Либо вот в этом доме жить, да, этот дом, кстати, очень прикольный, слушайте, а может в него и поселиться? Смотрите, какой он высу... Чё? Чё? Житель? А чё... Что там произошло? Игрок снизу, пожалуйста, помоги нам. У нас врезался самолет в башню. Сейчас он взорвется и уничтожит весь город. Ты должен подняться, сломать его, помоги. Чё? Я не понял. Чё за фигня? Ребят, вы это слышали? Я знал, что эти самолеты до добра не ведут. Вы слышали, что житель сказал? Ребят, так, погодите. У меня тут есть первые предметы помощи. Так, погодите, давайте-ка я это все заберу. Так, заправку закрывать, не закрывать на ключ, давать на сигнализацию. Нет, ну ладно, пофиг. Окей, ребят, вы слышали, что? Самолет просто врезался. Ё-моё, а самолетов жестоко, а если они сейчас все начнут падать. Блин, жесть, это явно не выход. Тут уже и пожарные приехали, не знают, что там может происходить. Так, ребят, давайте быстрее. Пойдемте. Ё-моё, тут уже пожарные тушат. А что тут, собственно, произошло? Давайте-ка осмотрим это все и... Офигеть, самолет просто врезался в дом и горит. Ребят, вы знаете, что этот самолет может взорваться? Это очень токсичные штуки. Я вам так скажу, так, погодите, мне нужно спасти жителей оттуда, обезвредить этот самолет. Пожарные, видимо, не справляются. Так. Эй, пустите меня. Извините, но вам сюда нельзя, я вас никогда не пущу. Черт, блин, ну пожалуйста, пустите меня, мне очень надо, там жители, хотя бы давайте я вас предупрежу. Там самолет горит, и он сейчас взорвется, он может реально взорваться, а там жители, их нужно спасти. Слушай, мальчик, не учи нас, пожалуйста, мы знаем, что это все может произойти, но не можем подобраться из-за большого пламени огня. Хорошо, все, до свидания. Блин, друзья, это вообще не помогло никак. Тут столько пожарных, они не могут справиться. Так, быстрее, ребята, что же делать? Как же подняться мне на эту башню?
точно, у кого есть какие предположения, как мне спасти жителей, ведь это все может взорваться, еще упасть на мою заправку, я тогда вообще ничего не продам, ничего не получу. О, дождик пошел, дождик это даже лучше, может быть как-то предотвратит пожар, хотя я очень сильно в этом сомневаюсь. Окей, ребят, как нам проникнуть внутрь? У меня идея. Ребят, у меня гениальная идея. Нужно разбить стекло, погодите. А давайте вот тут, чтобы никто не видел. Давай. Блин, вонять начинает тут. Ломай. Опа, все, отлично, сломал. Давайте это. Так, ломайся. Давай. Фух, так, сломал, заходим. Блин. Ё-моё, как же тут ужасно пахнет горю. Так, тихо. Там пожарный, он смотрит сюда, там военные, тихо. Блин, как бы обойти? Тут все же, все в проводах. Так, давайте вот так аккуратно обойдем. И так, как тут подняться? Тут я явно не поднимусь. Да, тут я разбил стекло. Видимо, по этой лестнице нужно подниматься. Так, только вот я не знаю, на каком это этаже. Давайте фонариком осветим. И так, ё-моё, это лифт. Блин, но при пожаре нельзя пользоваться лифтом, ребят, запомните это. Так, где? Люди где? Так, тут ничего нету. Так, может они тут, блин, не, лучше к окну близко не подходить. Это может очень чревато кончиться для меня. Так, ё-моё, может тут это? Слушайте, а может да, может там есть проход, давайте. Черт, не открывается. Нет, тут никого нету, тут обычный этаж, ё-моё, тут уже пол проваливается. И гроза началась, ё-моё. А это же не самолет взорвался? Так, погодите, ребята, фонарик в руки. Так, это не тут, ну-ка, давайте. Нет, это не тут, окей, нужно подняться еще выше. Сколько же мне еще подниматься, ребята? Так, давайте, тут. О, житель, это тут все произошло, да? Эй, житель, что такое, где все? Помоги, пожалуйста, все наверху, они ранены, самолет сейчас взорвется. Его силы взрывов вполне хватит, чтобы уничтожить весь этот город. Хорошо, давай на выход. Сейчас я тебе покажу, смотри, идешь прямо и спускаешься вниз. Так, житель, ты тоже выходи, давай, выходите все отсюда. Ё-моё, где самолет, ребята? Так, нет, он не тут, это все на этаж выше. Так, лифтом не пользуйтесь во время пожара, спускайтесь по лестнице. Там на входе военный стоит. Так, все, ребята, поднимаемся выше. И, о, жители, алло, вы живы, все нормально. Так, все, выходите все срочно отсюда, все срочно выходите. Так, где самолет? Он еще выше, вы серьезно? Я вижу, уже спустились, сгруппировались. Так, вы не знаете, куда идти, смотрите, прямо сейчас. Идите за мной, вон туда и спускайтесь вниз. Давайте, ребят, спускайтесь. Так, лифтом только не пользуйтесь при пожаре. Так, отлично, ребят, куда мне идти дальше? А сюда... Ё-моё... Это жесть полная. Ребята, есть кто-нибудь из вас пострадавший? Да, есть, но мы его сейчас понесем все вместе вниз. Да, давайте, все его вниз помещайте. Ё-моё, как же тут сильно воняет. Ого, ничего себе, тут все разрушено, ребят, все сломано. Так, отойдите отсюда. Так, ребята, давайте. А пройдем сюда, ё-моё, как бы не упасть. Ё-моё, она скрипит очень сильно. Представляете, сейчас все обрушится. Так, ё-моё, все, окей, ладно, надо тушить, давайте зальем это водой. Жители, уходим отсюда, уходим. Так, давайте вниз спускайтесь. Я пока что поднимусь наверх. Там же еще есть жители, черт, все завалило. Видимо, верхние этажи обрушились, черт, как же мне их сломать? Давайте попробуем. Давай. Ломайся. Черт, это очень сильные бетонные плиты. Я сомневаюсь, что я их смогу сломать. Нужно ломать. Да, все отлично. Я их сломал, все, давайте поднимаемся быстрее. Вверх поднимаемся. Ё-моё, тут же все горит. Так, жителей тут пока что нет. Давайте это все просто потушим вот так вот. Так, ё-моё, давайте тихо. Аккуратно все водой заливаем, все вот так водой. Давайте тушим этот пожар. Так, все, давайте. Все, ребят, максимально водой заливаем. Так, блин, надо выбраться. Ё-моё. Ребят, сейчас еще все взорвется. Нужно срочно все потушить. Так, давайте сюда. Тихо. Ё-моё, эта штука, ребят, качается. Вау, как же тут высоко. Так, черт. Нужно срочно как-то слезть, не знаю, отсюда. Так, давайте, знаете, как сделаем? Ребята, спустимся в самый низ к жителям. И прямо сейчас я им помогу. О, тут лестница есть, пожарная лестница. Ребята, мне кажется, у меня есть кое-какая идея. Так, жители все спустились, все эвакуировались. Да, друзья, все, там нет ни одного жителя. Все жители уже, видимо, на свободе. Так, готовы? Раз, два, три. Поехали. А, я падаю. Да. Фух, тихо, спускаемся. Аккуратно, ребят, давайте. Хопа, слазим с этой пожарной машины. Так, ребята, все быстрее, пойдемте военному скажем, что жители встреч... О, жители, ребят, тут жители, мы их спасли. Ребят, мы их спасли. Ура, ребят, мы спасли жителей. Так, это сделали вы, это вы заходили в этот дом, потушили весь пожар и спасли всех жителей. А, да, это сделал я, извини, что не послушал ваши инструкции и зашел в этот опасный дом. Это, я понимаю, это было опасно, но я не мог смотреть на то, как жители там сгорают, мне их срочно нужно было спасти. Да ничего страшного,
Поэтому именно вы и ваши подписчики награждаются званием самых лучших пожарных в деревне и в городе Майнкрафта. Поздравляем вас! А, спасибо большое, компот и подписчики, вы самые лучшие, что спасли нас! Да не за что, ребят, все нормально. Блин, подписчики, спасибо вам большое, что помогли мне спасти и предотвратить вот этот вот пожар. Ё-моё! Офигеть, ну я думаю, что теперь дела пойдут лучше, и, скорее всего, меня покажут по телевизору, может быть, даже квартиру бесплатную, не знаю, подарят, не знаю, будут заправляться мои заправки, я думаю, что это будет мне огромный-огромный плюс, и будут заправляться мои, все перейдут, значит, самолетов после этого случая, потому что это действительно опасно. Ладно, ребят, спасибо вам большое, что мне помогли, что вы спасли этих жителей вместе со мной, с вами был я, Компот, не забывайте ставить мне лайки и подписываться на мой канал. Всем удачи, ребята, всем спасибо и всем пока. Пока!